мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Накануне в ходе заседания правительства республики глава Тувы обратился к председателю администрации Кызылского района Валентину Яндану с поручением в течение месяца принять конкретное решение по ежегодно подтапливаемой территории в поселке Кахе. В прошлом году здесь соорудили защитную дамбу, которая уберегла микрорайон от воды. Нынче аномальное потепление вызвало активное снеготаяние, что привело к переливу воды через защитное сооружение. Помимо этого, вырытые водоотводящие траншеи были захламлены бытовым мусором местных жителей. В марте, в дни пикового схода склоновых вод и затопления домов, серьезных происшествий удалось избежать. Достаточно оперативно мобилизовали технику и людей на спасательные работы. Развернули пункты временного размещения для семей, попавших в зону потопления. В общей сложности эвакуировали с потопленных территорий 133 человека, 53 из которых дети. Шалбан Караул поручил вице-премьеру Анатолию Домбахороку принять распоряжение о создании рабочей группы для анализа вопросов по отведению талых вод. По его мнению, нужно сделать так, чтобы ситуация не повторялась каждый год. Отмечается, что в районе горы Хербис за новой школой номер 2 поселка Кахи на низменной местности в середине 2000-х годов появились жилые постройки. Изначально многие из них были построены самовольно. Кызылчан приглашает на публичные слушания по корректировке и усовершенствованию маршрутов городского транспорта. На слушаниях будут обсуждаться такие вопросы, как тарифы на пассажироперевозки, новые маршруты по городу. Стоит отметить, что также будет уделено внимание и автобусным остановкам, которые по итогам рейтингового голосования проекта формирования комфортной городской среды попали в тройку лидеров. Напомним, на сегодня в Кызыле 27 маршрутов, на которых работает муниципальный транспорт. Газели малого класса насчитывается более 500 единиц. Кроме того, согласно 222 федерального закона об организации регулярных пассажирских перевозок, требуется достаточное количество автобусных остановок. Публичные слушания пройдут 12 апреля в лицее номер 16 города Кызыла и 18 апреля в Тувинском госуниверситете. Перед открытием туристского сезона Министерство культуры Тувы проверило гостиницы в Кызыле на предмет обеспечения пожарной безопасности. В рамках исполнения комплексного плана по развитию туризма в Республике Тыва и оказания практической помощи в выполнении основных требований пожарной безопасности в гостиницах и хостелах были проверены. Наличие журналов инструктажа по технике и пожарной безопасности, наличие огнетушителей, противогазов, доступность эвакуационных выходов и прочее. Итоги проверки показали, что в целом гостиницы Кызыла удовлетворяют основным требованиям пожарной безопасности. Также администрациям гостиниц рекомендовано разработать памятки о мерах пожарной безопасности на иностранных языках и проводить регулярные учебные тренировки. В Туве участились случаи карманных краж. Об этом сообщают в республиканском МВД. В основном кражи происходят в общественном транспорте и торговых точках. Злоумышленники залезают в карманы и сумки с такой ловкостью, что не успеешь и глаза моргнуть. Полицейские призывают не привлекать внимание преступников, демонстрируя дорогой сотовый телефон или кошелек с деньгами. При обнаружении пропажи первым делом стоит найти свидетелей преступления, затем обратиться в полицию. Также стоит помнить и о ложном доносе, предупреждая в Министерстве внутренних дел Тувы. Ежедневно ведомство поступает заявления от жителей республики о краже мобильных телефонов или денег. Однако на деле оказывается совсем другая картина. Люди зачастую из-за своей невнимательности забывают или же оставляют свои вещи и пишут заявление о краже. В случае обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенной краже необходимо быть четко уверенным в том, что вещь действительно похищена, а не потерялась. Необходимо знать о том, что за заведомо ложную информацию или донос предусмотрена уголовная ответственность. Красноярск-Стат опубликовал информацию о численности населения городского округа города Кызыла. Численность населения столицы на 1 января 2018 года составила 116 983 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число жителей увеличилось на 968 человек, в том числе за счет естественного прироста на 1314 жителя. Среднегодовая численность населения городского округа город Кызыл за прошлый год составила 116 490 человек. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 4 копейки, евро 77 рублей 81 копейка.
Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. Десятого апреля в пожарно-спасательную часть Кызыла поступило сообщение о том, что из окон второго этажа неэксплуатируемого здания в поселке Кахим Кызылского района идет дым. На момент прибытия пожарных на втором этаже здания открытым пламенем горел мусор. Также огонь уже успел перекинуться на внутренние стены, потолочное перекрытие и оконные проемы на общей площади 100 квадратных метров. Силами пожарных огонь был локализован. Здание на данный момент не эксплуатируется, было приобретено в 2014 году. Причины пожара устанавливаются. Скорее всего, может быть, по показаниям очевидцев, неосторожное обращение с огнем детей, так как видели в тот момент детей на месте происшествия. По данным Роспотребнадзора Тувы, с начала эпидемиологического сезона в республике зарегистрировано 30 случаев обращения по поводу укусов клещами, в том числе 20 детей до 17 лет. Отмечено 6 случаев присасывания в черте города Кызыла, 7 случаев в Пихемском, 3 в Кызылском, Ингунтагинском, Чахольском, Барунхемческом, 2 в Дзунхемческом и по одному случаю в Чедыхольском и Сотхольском районах. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и другими клещевыми инфекциями не зарегистрировано. В связи с началом сезона активности клещей самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, поясняет ведомстве. В 2018 году профилактическим прививкам подлежат около 22 тысяч человек, в том числе 16 тысяч из них – дети. В группе риска состоит более 5,5 тысяч человек. Это люди, чья деятельность связана с выездами на лоно природы. Для иммунизации детей до 17 лет в республику поступило около 22 тысяч доз вакцин. По состоянию на 6 апреля иммунизировано всего 4000 человек, вакцинировано 1120 детей, ревакцинировано более 2500 человек. На телеканале «Карусель» вышла детская утренняя программа «С добрым утром, малыши» с участием ребятишек из Тувы. В записи программы приняли участие Тана Суруктух, Чимит Кандан, Намьял Мангуш и Ласал Мангуш. Напомним, дети приняли участие в съемках нового проекта «Россия – многонациональная страна». Это серия передач с участием детей в возрасте от 7 до 15 лет из разных регионов России. Всего прошли две съемки передачи «С добрым утром, малыши» с участием школьников из Кызыла. В записи первой передачи «Любимые детьми» герой Хрюша и ведущий Антон Зорькин принимали у себя 12-летнюю Намьял Мангуш и 14-летнего Ласал Мангуша. Намьял представила тувинский танец и рассказала о блюдах тувинской кухни, в частности, о пова, порзах и сладостях из жареного проса. На удивление ведущих, в стенах карусели зазвучала гордость тувинской культуры горловое пение «Хюмей Иссыгыт» в исполнении Ласала Мангуша. Он также рассказал об инструменте «Дошпулур». Заодно мы еще показали наши традиции, можно сказать, да, это тоскарак, девятиглазка, об этом очень точно и полноценно рассказал Чимит Кандан. И, конечно же, о нашей национальной традиционной тувинской одежде. Было интересно. Хрюшу и Степашу видел только по телевизору. Увидеть их вживую – большое везение. А также мне посчастливилось и в самой Москве побывать, и погулять. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше.
Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. Спонсор выпуска «Погода» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег с дождем. В Кызыле переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, временами порывы до 15. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем плюс 9, плюс 11. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.